ребят, мне еще надо будет делать декорацию для торта. У нас с Андреем на этой неделе 10 лет, как мы женаты, как замужем, да. И будем в субботу, нам придут ставить этот в Германии. Я думаю, кто в Германии живет, тот знает. Спасибо, Май. Тот знает, что тут ставят такие шильд, ну, шильд такой, например, он в виде сердца, там, со стружкой деревянной, или же, я не знаю, елкой обделывают, например, этот шильд и вот ставят перед домом, ну, в честь вот этой свадьбы, например, или даже в честь дня рождения, юбилея какого-то, и вот нам придут ставить в субботу друзья и родные, этот шильд, мне надо будет сделать торт для нас еще. Я не знаю, печь я, наверное, не буду, я просто коржи куплю, сделаю тортик и украшу его. И вот для этого торта мне надо сделать украшение с рисовой бумаги. Вот, хочу первый раз попробовать. Ребят, смотрите, сейчас я буду украшать вот эти паруса. Мне надо вот так по краю вот эти складочки все прорисовать. Я буду серебряным кандурином это все делать. Вот такой у меня. Я не знала, хотела золотой, но я, наверное, возьму все-таки серебряный. Насыпаем его сюда в рюмочку. И заливаем водкой немножко, только немного водки, чтобы он не был такой жидкий. Так, ребят, теперь берем такую веточку, этот как парус, и вот так по краю смазываем, как бы подкрашиваем вот эти края, да, чтобы оно красивее смотрелось. Вот, ребят, что получается, ну, знаете, сильно что-то серебристо, мне даже слегка намного больше нравится, нежели вот так вот. Я, наверное, буду делать просто так слегонца. Сильно не буду, ребят, что-то мне не нравится сильно, когда... Ребят, я разбавила еще эту смесь водкой, чтобы она больше, более такая жидкая была, потому что мне больше нравится, когда этот перламутр слегка... а не вот такой серебряный сильно. Я просто, чтобы не такие скучные были эти перышки, как бы, да, чтобы они немножко блестели, поплестывали. Вот эти беленькие, не знаю, тоже так слегонца сделаю, и все, чтобы сильно не было серебряным. На камере так даже незаметно, что я тут накрасила, но когда свет попадает, оно переливается, знаете. У меня есть еще такой белый перламутр. И розовый такой. Я, наверное, сейчас белым сделаю, спробую, что будет с белым. Вот, намешала беленький, сейчас буду с белым делать перламутром. О, намного красивее, надо было сразу брать белый, а не серебряный.
Что-то я проэтовала, теперь уже накрасила там серебряным. Ну вот, ребят, я сделала. Смотрите, вот что у меня получилось. Вот этот сильно серебряный. Мне вот эти более нежнее нравятся больше. На первый раз пойдет, а в следующий раз уже буду знать, знаете. Вообще тоже красиво с золотым. Но не хотела почему-то золотой. У меня хотела все такое, знаете, нежное, светленькое. Вот. Как-то так. Какие я буду использовать, я еще не знаю, потому что я хотела еще в торт вставлять живые цветы. Гортензию, посмотрю, или гортензию, или розу розовую. Вот. И по ходу там дела уже посмотрю, как я буду декорировать. Так, ребят, сейчас хочу вместе с вами выровнять мой торт. Я уже сбила крем. Это белково-заварной крем. Смотрите, какой он плотный, хороший такой крем. Ну, для него, для этих белков надо варить сироп и потом вымешивать. Если кому интересно, могу вам написать рецепт этого крема и как он делается, в общем, вот. Очень хороший, стойкий такой. Торт я уже вчера приготовила, я его собрала. Коржи я не пекла, я покупные купила, потому что не было времени и неохота, знаете, было как-то. Вот, сейчас я это буду все снимать и постараюсь выровнять. Я не знаю, я, конечно, не кондитер. Смогу я наложить этот белковый крем вот на это, на этот сливочный? Вот это мне интересно. Так, насколько смогла, выровняла. Очень тяжело так с этим работать. Что так неаккуратно, это не страшно. Я тут еще сейчас пройду кондурином по краю. В принципе, ничего страшного. Тут я сделаю декорацию какую-то. Вот. Это ничего такого. В этом нет страшного. Я тут уже смешала кондурин. Сейчас хочу вот эти краешки промазать. Посмотреть, как это будет. Не знаю, первый раз работаю, то есть не первый раз, ну вот крем, ой, торт обмазываю первый раз вот этим вот, да, белковым кремом, так прям хорошо заварным. Не знаю, как он себя ведет вообще, что с ним можно делать, что нельзя, поэтому пробую, надеюсь, он достоит до завтра и ничего с ним не случится. Уже выклала свой декор и хочу на всякий случай обмотать вот этот как бы краешек пленкой, потому что это рисовая бумага, если она намокнет, она размочится, да, и станет мягкая, поэтому когда я ее буду втыкать в торт, чтобы не намокла.
такая красота у меня получилась. Что скажете? Someone to rely on, someone to rely on.